Желтый пояс карате – одна из начальных ступеней мастерства. Цвет восходящего солнца. Когда-то кимоно с желтым поясом носила Ирина Валиева и очень гордилась своими первыми победами. Сейчас девушка – мастер спорта международного класса, бронзовый призер абсолютного чемпионата мира 2019 года и неоднократная чемпионка России. Альма-матер Ирины – Анапская школа номер 5. Именно здесь спортсменка проводила свои тренировки и равнялась на старших. Теперь каратистка сама в роли учителя провела открытую тренировку для начинающих. Так как турнир уже скоро будет, то, возможно, ребятам понадобится скорость, работа на опережение, работа на контратаку, чтобы они в бою были первым номером, чтобы они умели работать первым на опережение. Вот на это я хочу сегодня построить тренировку. Вот. Поэтому у нас сначала такие игровые упражнения, чтобы включить тело, включить голову. И затем мы уже перейдем на боевые какие-нибудь связки, технику, защиту, контратаку. Сейчас чемпионка живет в Москве, но частенько приезжает в Анапу. В этот раз Ирина помогла начинающим каратистам подготовиться к очередному турниру. Карате вообще очень огромная по базе. То есть и как человек от нее отталкивается, такое его будущее и ждет. Некоторые ошибки я совершал, и при том, как нам их объяснили и дали, я таких больше ошибок совершать не буду. Допустим, то же самое в стойках, как ходить правильно. Одна тренировка в подготовке роли не сыграет, но именно вот нахождение Иры в зале, ну вот это должно сыграть большую роль. Плюс после тренировки мы посмотрим несколько боев Ириных, ну, в частности, вот бой за третье место на чемпионате Японии в Токио, вот, чтобы, ну, ребята как бы прочувствовали эту атмосферу, вот, в присутствии главного героя того боя. В Анапе развитию спорта и, в частности, карате уделяется большое внимание. По поручению мэра курорта была проведена работа по профилизации учреждений. Теперь каждая спортшкола имеет свои ведущие направления. Решение оказалось полезным и дало заметные результаты. Воспитанники учреждений сегодня выигрывают престижные краевые и всероссийские соревнования. Очень скоро каратисты Анапы примут участие в очередных турнирах. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.